Сейчас у нас Норлин. Смотрите, тут плавает уже народ потихонечку. Вон, видите, уже заплыв пошел. Вода супер-пупер обалденно чистая. Ласты, маски, все на халяву. Там уже один товарищ ищет рыбу, но рыбу я что-то ни хрена не вижу, одни ласты торчат. А рыбы нету. Где рыба? Куда пропала рыба? Никто не знает. Мяха, ой, блин, чуть не упал. Вот, смотри, так красиво тоже впереди, видите. Да я тут, а Светка. Вот смотрите, пушистик. Сейчас купаться пойдет. Да, пушистик? Пойдешь купаться, пушистик? Попсик, ты будешь плавать. Попсик. Цыц. Слушай, что мужчина говорит. Мужчина всегда прав. Не спорь с ним. Вот смотрите, рыба появилась. Гляньте. Смотрите ее как много. Пипец просто. Хлебушек просто надо было накидать, видеть, и будет вам рыба и счастье. Тут рыбы вообще немерено много. Нифига себе, блин. Пираньи, да, точно. Они людей не едят, потому что им хлеб кидают. Как хлеб закончится, перейдут на людей. Глубина здесь какая? Пора не спалиться. Товарищи! Корочка-то что? Павла и улица. Вон товарищ водолаз там плавает, видите? Спрашивает, какая глубина. Но ногами ты все равно не достанешь. 3-4 метра. 3-4, Саш. 3-4 метра, говорят, глубина тут. Ну что, лови рыбу. Сейчас это, будем кушать вместе с лобстерами. Давай, давай, лови, лови рыбку. Мы шпанга фер ланч. Мы шпанга фер ланч. Васвич. Что-то товарищ не хочет рыбу ловить. Всем приветик с острова Кайлако. Не лака, а лахка. Где? Лахго. Ну ладно, тебя там слышно лучше, чем меня. Вода вообще супер-пупер обалденная. Рыбки тут красивые еще плавают. Всем рекомендую приехать на эту обалденную экскурсию. Всего 249 евро человек стоит. Это потом... Смотрите, 35 минут. Ладно. Что увидим, будем еще вам показывать, рассказывать. Да, пушистик? Вот там пушистик. Не хочет купаться, он боится воды, а вода здесь, кстати, теплая. Да, конечно. Градусов 28 есть, это точно, Свет. Кстати, теплая вода. Ты пощупай хоть пальцы. А, трусишка? Пушистик, пушистик. Он меня боится, водичка. Пушистик, ты на море зачем приехал? Даже нет, хорошо. Все приехали сюда купаться. Ты все сказал, да? Все. Вот такого лобстера за 10 евро нам дали. На двоих взяли. Да, пупсик? Угу. Надеюсь, он вкусный. Сейчас попробуем. Вот смотри, сколько желающих лобстеров съесть, видите? Вот еще лобстер принесли. Это, наверное, мне принесли, да? Да. Ой, спасибо, да. Вы такая добрая девушка. Я съем за ваше здоровье сейчас лобстера и скажу вам огромное спасибо. Короче, ласты, бабах. Он... О, смотрите, говорят, осьминог ее охранял, он выловил. Смотрите, на дне моря какое офигенное. А, приборы? Это же на 3-4 метра надо было нырнуть, да, чтобы ее достать? Где-то, да. Смотри, какой смелый товарищ, о, видите? С ракушки ты выпусти, черные кораллы не выпускают. А с ракушки выпускают. С ракушки выпускают? Да. Ну, в большом случае так выпускают, написано. Выпускают. С ракушками выпускают. Выпускают, выпускают. Да, с ракушками. Ну, тогда берите с собой ее. Я сказал, здесь хорошо, не с ракушками еще не выпускают. Ну, спросим, да. Спросим. С ракушками как раз и не выпускают. С ракушками не выпускают. Блин, сколько людей, столько мнений, да? Кому верить, непонятно. Ракушки уже... Тебе же школа, наверное, да? Нам сказали все, что связано с пляжем. Ракушки, то еще ничего не выпускают. Ракушками не выпускают. Блин, ну а такая ракушка классная. Я бы такой тоже бы взял домой. Он сидит, осьминог на ней, я его ласты. Бабах, бабах, иди. Отвали от ракушки. А он сопротивляется ластами тебя там долбит, да?
почему гады? Нельзя. Почему гады? Смотри внутри, говорит. А кто там? А что там? Там живой, наверное. Живая, да? Да. Нифига себе. Жизнь сказал, да. Все, блин, пошли выбрасывать. А Роме налей? Обломили товарищи с ракушкой. Нет, так посмотришь на нее, не скажешь, что там лайк. Кому понравился снорлинг на острове Кайя-Ларка, ставим лайк, пишем комментарий, подписываемся на мой канал, чтобы не пропустить новое интересное видео. В следующей серии вы увидите на острове Кайя-Ларка морские звезды. Всем до новых встреч!